Обращение жителя по поводу жилья и участков. То, что я напишу, чуть не по теме, но все входит в общее положение в Чечне. Но и тут есть категория людей, у кого просто не просто отбирают участки и жилье. Как мы знаем, у нас была война, и мужчины воевали против оккупантов. Сегодня, когда чья-то мать, сестра или жена бывшего боевика начинают делать бумаги на свои участки или жилье, то у них просто отбирают их, ссылаясь на то, что ваш родственник был террористом, и если вы будете прятаться за его земельный участок или же жилье, то у тебя будут проблемы. У меня была квартира, в минутке, эту квартиру отобрали на ровном месте кадыровцы, когда наши родственники пришли по закону оформлять документы, то им показали фото моего отца, который погиб в 2000 году, в военной форме и среди муджахидов, и пригрозили им, что они защищают террориста. Вот эта практика продолжается по сей день, вот это и есть кадровская справедливость. По телевизору болтает, что мол в Чечне живут дети боевиков, что их никто не трогает, а на самом деле на каждом шагу вот такие трудности.